В Новосибирске возобновляют работу уличные аттракционы. Роспотребнадзор и Министерство промышленности региона уже готовят разрешающие документы. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и быть в медицинских масках. Погода хорошая, по прогнозу она будет хорошая еще достаточно долго. Новосибирцы гуляют. Я считаю, что возможно принять решение об открытии аттракционов, которые расположены на улице. Опять же, с соблюдением всех санитарных мер и так далее. Губернатор напомнил, что новый учебный год в регионе начнется в очном режиме. Классы будут заниматься каждый в своем кабинете. Школы, где невозможно создать подобные условия, перейдут на смешанную форму обучения. Часть уроков очно, часть дистанционно. Глава региона отметил, что родители, которые не захотят отправлять детей в школу из-за пандемии, смогут перевести их на дистанционное обучение. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.